Опять двойка, двойки, двойки, двойки. Эх, нужно переделать сегодня. А то если мама узнает, опять неделю гулять не выпустит. Ну что, Дианка, давай начнем вот с этого. Соберем сначала салон для Дивы, а потом уже возьмемся за вторую упаковочку. Будем собирать улицу для свек. И что вы целыми днями делаете в этих телефонах? Там абсолютно нечего делать. Дианка, Катя, пойдемте погуляем, а? Даник, давай попозже, пожалуйста. Мы хотим с Дианкой собрать свои подарки. А может, сначала погуляем, а потом вы свои подарки будете собирать, а? Даник, нет, мы уже начали играть. Сходи, спроси у Макса, может, он хочет с тобой погулять? Хорошо, пойду у него тогда спрошу. Дианка, как у тебя успехи? Я уже почти комнату собрала. Несу, я куколку уже приготовила. Вот, смотри, как здорово. Осталось зеркальце, стульчик и цветочек. Макс, погуляй со мной, пожалуйста, сейчас, а? Даник? Не-не-не, я сейчас никак не могу, мне нужно двойку исправить, а то я сам гулять неделю не пойду. Макс, ну потом исправишь, ну пойдем погуляем, я гулять хочу. Вырви ты эту страницу со двойкой, и все. Ага, было бы все так легко, Даник, она у меня стоит в журнале, а журнал-то электронный. Все равно увидит двойку мамы, что не исправлено. Не, сначала я переделаю, а потом мы с тобой обязательно погуляем, потерпи еще немного, часик-два. Часик-два это много, будет вечер и темно, и неинтересно. Пойду у мамы спрошу, может она со мной погуляет? Мама, погуляй со мной, пожалуйста, я хочу на улочку. Даник, я бы с радостью с тобой прогулялась, но мне нужно доделать тут некоторую работу. Давай немножечко попозже, ладно? Мама, ну что вы не понимаете, я хочу сейчас гулять, сейчас. Даник, ну работу мне нужно тоже сделать, сейчас. Я не могу одновременно и работать, и гулять. Давай, посмотри мультик там, с Дианкой, с Катей, с Максом поиграй. Странные эти взрослые. Я говорю, они меня не понимают, а они говорят, я их не понимаю. Никто никого не понимает, а я-то гулять хочу. Эх, а что если... Ну да, думаю, что получится. Раз никто не хочет гулять с Даником, значит, Даник будет гулять один. Ехали! Полетели на ракете! 3, 2, 1, поехали! И кто тут все камешки раскидал? А зачем они тут? Непорядок, сейчас уберем на место. Фух, как оказывается, тяжело дворником работать. А я думаю, почему мама все время говорит Максу, учись, а то будешь работать дворником. Потому что это очень тяжело. Интересно, на этой качельке можно сделать солнышко? Ну-ка я сейчас попробую. Ой, тут как холодно. Сколько сегодня градусов-то на улице? Даже палатка не спасает что-то. Сейчас у костра точно смогу согреться. Ой, когда ж там уже лето-то, а? Интересно, что нужно сказать, чтобы этот лифт наконец поехал? Вперед, старая развалюха. Ой, смотрите, работает. Макс всегда так делал. Всегда срабатывало. Фух, приехали. Поехали! Ой, кажется, я застрял. Эй, кто там нарушает мой утренний покой? Ой, дяденька, извините, пожалуйста, я в горке застрял, сейчас уеду. А скажите, пожалуйста, а что вы здесь делаете? Ой, как тут у вас тепло. Вы что, на пикник пришли? На пикник? Ха-ха-ха-ха, почти. Я здесь живу, мальчик. И это моя территория, поэтому шел бы ты отсюда. Где твоя мама? Ой, как это живете? Прям на улице, что ли? Ой, как вам хорошо. И гулять не надо выходить, вы всегда гуляете. А мне, чтобы погулять, надо 100 раз у всех попроситься. И еще никто со мной не пойдет, как сегодня. Я тут один. Можно я вас немножко погреюсь? А расскажите, пожалуйста, а как это жить на улице? А где вы спите? Боже мой, какой ты разговорчивый мальчик. Ты начинаешь меня напрягать. Хотя, что ты там сказал? Ты что, один из дома ушел, что ли? Ага, а это что, ваша палатка? Вы здесь живете? Ого, прикольно, все время как в походе. А я обожаю походы. Мы летом ходим в поход, и ездим, тоже спим в палатке. Мне так нравится. А можно я еще у вас тут что-нибудь посмотрю? А мне как раз нечего кушать сегодня. Слушай, мальчик, а ты совершенно случайно не знаешь телефон своей мамы? Телефон знаю, мама заставила меня его выучить. А что, не звоните моей маме, я домой не пойду. Я еще не нагулялась, дяденька, пожалуйста. Ладно, не буду, иди пока ко мне в палатку, поиграй, я тебе разрешаю. И скажи номер мамы на всякий случай, вдруг мы с ней подружимся. Или у тебя что-то случится и позвонить надо будет ее предупредить. А, ладно, записывайте. 8-921-5555-38-25.
а я иду к вам играть. Ну что там, кто звонит-то еще? Алло? Да. А это кто? Как это не важно, вы же мне звоните, мне нужно знать, кто это. Что? Даник? Даник у вас? В смысле, у вас, он дома? Как нету дома? Что вы меня разводите тут? Нет, не буду с вами разговаривать, Даник у меня дома. Я не знаю, откуда вы это знаете, но он дома, да. Не надо мне рассказывать. Все, пока-пока, не звоните сюда больше. Странно, позвонил какой-то мужчина и говорит, если вы хотите увидеть Даника живым, принесите, пожалуйста, 150 тысяч. Ничего себе заявочки. Вот мошенники обнаглевшие. Так, еще немножко доработаю. Нет, что-то волнительно. Они же хотели гулять идти. Точно, он же гулять просился. Может, все-таки с кем-то ушел? С Максом, например, он его потерял. Ай. Девочки, слушайте-ка, а где Даник? Вы Даника видели? Нет, последний раз он к нам приходил, просился погулять. Мы сказали, что попозже, и он ушел к Максу. Ведь точно с Максом тогда гулять ушел. Ай, нет, пойду все равно проверю. Ой, Макс, ты дома? Слушай, а где Даник? Вы гулять не ходили случайно? Ты его не потерял на улице? Не, мам, я его видел, он ко мне приходил. Говорит, гулять пошли, а я говорю, попозже. Он к тебе ушел. А чего ты спрашиваешь? Вот это уже странно. Да мне мужчина какой-то позвонил, говорит, хотите увидеть Даника живым? 150 тысяч принесите, пожалуйста, и адрес назвал. Даник что, из дома что ли сбежал? Так, дети, экстренная ситуация. Быстро бегаем по дому, ищем Даника, все. Девочки, есть информация, что Даника похитили. Нужно весь дом перевернуть, посмотреть. Он должен быть где-то тут, но неужели он один гулять ушел? О, ничего себе, Дианка, побежали быстрее искать Даника. Даник, ау, ты где? Даник, туки-туки, Даник. Даник. Даник, Даник, ты где, Даник? Даник, я тебя найду. Мама, все обыскали, Даника дома нет. Ай-яй-яй-яй, ну как так можно было, а? Гулять он хотел. Сейчас же позвоню папе, пусть переводит мне 150 тысяч, и я пойду на сделку с похитителем. Мам, не расстраивайся, может это шутка какая-то. Слушай, а может в полицию обратиться тогда? Какая полиция? Этот мужчина сказал, никакой полиции, это будет еще хуже. Так, нужно прийти в себя, собраться и выйти на улицу. Выйти на улицу и идти к этому преступнику, все. Так, я пошла, оденусь и пожелайте мне удачи, друзья. Сейчас, мама, мы тебя одну не отпустим. Дианка, Макс, пошлите все вместе. Сейчас найдем этого похитителя и такое ему устроим. Может, это вообще реально какая-то шутка? Кто-то может... Не знаю, как... Все, нам нужно срочно искать Даника. Ой-ой-ой-ой, Даник, ну ничего ведь не сказал, взял и убежал. Ладно, дяденька, у вас, конечно, тут хорошо, но я что-то проголодался. Я сбегаю домой, потом опять к вам приду, ладно? Уж нет, мальчик, постой, у меня где-то конфетка была припрятана, хочешь, угощу? Ой, конфетка? Ну давайте, она вкусная? Вкусная, сейчас найду. Ой, слушай, что-то не вижу, не можешь мне помочь поискать? Да, конечно, давайте поищу, у меня, знаете, какое хорошее зрение. Ну вот там и посиди, а то домой пойду. Дяденька, выпустите меня. Сиди там, за тебя выкуп объявлен. Сейчас твоя мама денег принесет, и я тебя выпущу. Эй, дяденька, мы так не договаривались. Дяденька, выпустите меня, я маме все расскажу. Даник. Мамы все площадки отбежали в округе. Осталась одна дальняя, как раз где дяденька просил выкуп. Пойдемте тогда туда. О, я знаю, где он, смотрите, вон он. Дяденька, немедленно меня выпустите. Ну что это такое? Мы так с вами хорошо дружили. Я не буду с вами дружить, понял? Понял. Сиди давай там. Сейчас мы ему устроим, сейчас, ага. Макс, поосторожней там. Дяденька, здравствуйте. А, ты кто? Горячо. Моя попа. Здесь есть какой-нибудь водоем. Горячо. Даник, вылезай, выходи скорее, это я, Макс, Даник. Че ты, ну как ты, ну зачем ты из дома-то убежал, а совсем что ли? Простите меня, пожалуйста, я очень погулять хотел. Но тут этот дядька сначала добренький такой, а потом все, я тебя не выпущу, про какие-то деньги еще. Мама, иди сюда, мой маленький, напугал. Мама, я больше никогда не буду убегать. Ладно, пойдемте домой, нам всем нужно... выдохнуть. А на этого паразита нужно в полицию заявление написать. Выкуп ему. Вот какой.
Макс, а если он убежал, посмотри в палатке, он мне конфетку обещал. Даник, ты совсем с ума сошел еще конфеты у незнакомых людей брать? Пойдем, я тебе столько конфет дам. Даник, как же ты нас всех напугал. Это точно. И даже повезло, что это был просто бездомный и хотел денег заработать. А если бы какой-нибудь маньяк, где бы мы тебя сейчас искали, а? Хотя я все понял уже. Фух, хоть Даник нашелся. А то есть что придумал? Один из дома уходить и с незнакомыми еще разговаривать, сидеть и сладость еще брать. Ни в коем случае нельзя так делать. Это может быть опасно. А вы, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Друзья, вы все прекрасно понимаете, что сейчас события могут развернуться по-разному. И YouTube может просто закрыть наши каналы. Чтобы не потерять нашу веселую семейку, переходите на Яндекс.Дзен и подписывайтесь на нас там. Мы публикуем видео и на YouTube, на Яндекс.Дзен. Мы есть на Рутубе, есть ВКонтакте и в ТикТоке. Спасибо, что с нами, друзья. Надеемся, что все будет хорошо. Приветик, Диана. Приветик, Кира. Приветик, Скарлетт. Приветик, Анастасия. Приветик, Кристина. Приветик, Богдана. Приветик, Алиса. Приветик, Бен. Тен. Приветик, Миша и Ксю. Приветик, Ольга. Приветик, Викуля. Приветик, Оливия.